Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи на связи, и мы продолжаем проходить Valenheart. Мы с вами сейчас будем проходить одну, наверное, из сложных миссий, вот с этими бомбами, которые вот правда очень тяжело пройти. Но будем стараться, потому что стреляют, видите, они в землю зарываются, нам надо вовремя реагировать, чтобы нас не подорвало. Я думаю, у нас получится. Так, ну у нас уже получилось. Все, замечательно. Посмотрим, на чем закончится это... Ох, ё-моё. Опять я не увидел. На чем закончится эта миссия. Что она будет нам предвещать. Я надеюсь, на какой-нибудь очень интересной ноте она закончится. Ну, хочется в это верить, что на интересной ноте закончится. И я так понимаю, мы с вами уже движемся к концу игры. Уже будет скоро конец, финал. Посмотрим вообще развязку этой всей истории. А, он будет толкать. Нифига себе, он отдаст жизнь за нас. Или он просто толкнет ее. Да, он отдал жизнь. А нам нужно будет прятаться за этой тележкой. Мужик отчаянный вообще. Пожертвовал собой, чтобы спаслись. А, типа я должен тебя толкнуть, да? А, нет. Есть рычаг. А, what the fuck? Значит, что-то не так. Значит, наверное, этого мужика... Пусть едет с Богом. Не. Но я могу спрыгнуть. Когда будет все плохо, я могу спрыгнуть. А, вот так, понятно. Все понятно. Мы можем управлять, получается. Хорошо, я так и буду делать. Зато бежать не надо. Двое осталось. Нас двое. Мы еле-еле выжили. Так, и что, нам же ж нужно идти? Он пригнулся, встал и стоит. Да блин. Очень тяжелая миссия, вот правда, не могу среагировать никак. Эмиль как кошка, у него 9 жизней, вот отвечаю. Надо того... Вот этого придурка надо завалить. Они уже боятся, все, они просто уже не знают, что делать. Они сейчас спальнут в него. Удар был смертельный. Наступление обернулось бойней, захлебнулось в крови. Французские пехотные части охватили мятежи. Операцию пришлось прервать. Эмиль, схваченный с другими мятежниками, теперь ждал трибунала. Собаки, эти лучшие друзья человека, несли службу наравне с солдатами. Доставка писем, спасение раненых, поиск мин – все задания они выполняли до конца. Так, я так понимаю, собака нас позвала помогать Эмилю. О, Эмилю, Карлу. Х
Хорошо, сейчас мы попытаемся помочь. Главное найти его. А, вот. Вот. Так. Держись, брат. Фак, забыл, что тут же стрелочками. А я на WUA. WUA, WUA. Бамс, бамс, бамс. Карл, красава. Ты должен жить, друг. Еще раз пробуй, давай. Не понимаю, почему я не попадаю. Типа надо помочь машину, ага. Так, продолжаем лечение. Он же должен выжить, наверное. Я ж думаю, игры бы не было, если бы он погиб. Пулю вытащили, отлично. Терпи, мужик. Ожил, ожил. Не хватает аптечки, да? Хорошо, сейчас будем искать аптечку. Здесь и какая-то хрень непонятная вообще, куча всякой ерунды. Так, ага, аптечка говорит здесь где-то. Так, она что говорит? Туда? Куда туда? Может сюда, имеет в виду? Ничего здесь нет. Да, самое время поговориться. О, блин. Карл, ты это давай, не вытрепывайся. Вниз нужно, ага. Хорошо. Ему прям вообще плохо. Ну давай. Это не то, что нам нужно. И это тоже не то. Карл сейчас откинется. Аптечка, етишкина жизнь. Все, назад, назад. Шнеля, шнеля, ё-моё. Блин. Пробежал. Бегом до Карла. Терпи. Не пойму. Так. Мы отсюда пришли, да? Я запутался, твою мать. Походу он сейчас откинется. Потому что я запутался. Оу, щет. Да, короче, я запутался, и он сейчас все окочурится. Не знаю я, куда бежать. Кирдык ему. Да нам не нужна уже аптечка, дура ты, блин, уже все, нашли все, что нам нужно было. Пипец. Не, ну он нормально держится, времени хватает, ну только ж... А, вот еще дверь, сволота, не видел. Держись, друг, и почти уже на месте. Повезло. Эй, ну ты чё? Откачиваем, да? О! Откачали, нормально. Что, все что ли? Типа нельзя промахнуться ни разу. Быстро сильно шкала. Это как в этом, в GTA, кто танцевал когда-то, знаете, на стрелочках. Вот там тоже такая ерунда была. Я ее терпеть не мог. Я не знал, как ее проходить. Тут точно такая же система. Карл, ты должен жить, ё-моё, ты сильный мужик.
Ты через такое говно прошел. Давай, брат, вставай. А вот то факт дважды просрал. Давай, давай, давай. Че ты там так долго укол это делаешь, я не понимаю. Сволота. Вену, что ли, там это нащупываешь? Давай быстрей. Времени нет. Есть контакт. Внутривенно ввели лекарство. Один взгляд сына, и Карл забыл все, словно не было 3 лет войны и невзгод. После нескольких недель молчания Мари наконец получила письмо от отца. Так, но это... Насколько я понимаю, это смерть. Насколько я понимаю, его должны убить. Потому что с повстанцами, с ними строго было, их убивали, так же как и дезертиров. Их сразу казнили и все. Или его спасут. Интересно, что будет. Но я знаю, что должна быть смерть. Это исходя из логики вещей. Блин, какая-то обстановка такая нагнетающая, знаете. Еще один в комнате находишься. Проходишь игру, погружаешься. Война для меня закончилась. И мне не о чем жалеть. Я видел слишком много. Надеюсь, что тебя судьба пощадит. Наш век на земле недолог, но на мой выпало столько счастья, что можно лишь благодарить небеса за такой подарок, особенно за то чудо, что ты привнесла в мою жизнь. Это последнее письмо. Военный трибунал признал меня виновным в смерти офицера. Но я не хотел его убивать. Война сводит нас с ума. Хотя я и подвел Карла, я знаю, что моя жертва была не напрасной. Я бился за свободу и свою страну. Моя честь не запятнана. Раз уж Бог решил разлучить нас на земле, я буду ждать тебя на небесах. Помолись обо мне. Твой любящий отец. Хотя их тела давно уже превратились в прах, их жертва все еще не забыта. Мы должны всегда хранить память о них и не забывать. Thank you.
Знаете, даже слов нет. Вот. Фух. Мурашки по всей спине, по всей коже, ну вообще, то есть игра класс. Музыкальное сопровождение великолепно, но достойно аплодисментов. Сюжет великолепен. Герой на все 100-200%. Музыкальная тоже составляющая не отпускает. Переходы, то есть все просто великолепно. От игры получил небывалое наслаждение, и погружение по сюжетной линии было вот настолько глубоким, насколько вот могло быть. Конечно, если не комментировать, а играть исключительно, вот, знаете, как вот при полном погружении, когда комментируешь, все равно практически полностью погрузиться не удается. Но испытать все равно огромный такой вот вагон эмоций мне удалось. Спасибо всем тем, кто порекомендовал мне эту игру. Естественно, она отправляется в копилку моих любимых игр. Это одна из, наверное, будет из великолепнейших игр, в которые я играл и проходил. Всем огромное спасибо, друзья, что вы были со мной. С вами был Акамарачи. И дай бог, чтобы нам никогда не удалось поучаствовать ни в какой войне или каких-либо из войн, чтобы у нас всегда на земле был мир. И чтобы все семьи были живы и счастливы. Всем спасибо и всем пока.